Если вам с нами интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет интересно поболтать. Сегодня на обед у нас уха из семги, вернее, из плавников семги. Погода у нас дождливая уже сколько дней. Хочется настроения. Да. И вкусняшек. Это у нас жирненькое наше ухо прям. Вкусненько. Так, картошку мы на потом оставим. Сначала плавнички. Вкусненько. Сначала я налила воду холодную. Перед тем, как она закипит, положила картофель, морковь и лук репчатый. Порезала мелко. Посолила. Картошку любит, когда ее сразу солят. Минут 15 поварилось это все. Я закинула рыбку буквально 10 минут. Специи добавил, душистый перец, черный перец, кориандр и имбирь сухой. И довела до готовности. Вот такая уха. Вот такая уха. Прям вкусненькая. Целый день. Ел бы, да ел бы. Новый. Не смогу. Работа. Работа. Обедаем и на работу. Приятного нам аппетита. Спасибо. Всем доброго дня. Сегодня решила сделать пирог рыбный с капустой. Козье молоко налила теплое и дрожжи. Ждем минут 15. Пусть растворяется, растут. Питается. Режем капусту. Будем жарить. Я нарезала лук. Натерла на капусту. Чуть-чуть пожарим и сюда в сковородку положу капусту и пережарим. Не забываем посолить. Я все время забываю сказать посолить. Жарим капустку и самым жарить. Все перемешиваем. Жарим, пока не пожарим. Жарьте до такой, как вам нравится. Чуть хрустящее, наоборот, мягкое, поджаристое или золотистое.
Кто как любит, так и пожарит. Думаю. И тесто замесила на пару. Будем ждать. Еще поднимется. Тесто я положила молоко козье, 3 яйца, дрожжи, соль, сахар. По вкусу, как вы любите, можете ложить. И муку. И замесила. Тесто я раскатала. На сковородку положила нижнюю. Слой теста. Капусту я бы такой пожарила. Золотистого цвета такого. Верхушку пирога раскатала. Сейчас будем выкладывать рыбку. У меня морская без костей. Вот так сверху на капусту я разложила рыбку. Теперь ее можно посолить. Я ее не солил, только сейчас посолил. Она сок не дала. Сейчас буду верхним слоем закрывать. Сверху закрою слоем теста. И поставлю в духовку. 190-200 градусов. 45 минут. Ну, посмотрим. Может, час. Нет, так приблизительно. Все зависит еще от духовки какая. У меня газы личные. Вот заварили чай. Чай у нас с яблоком, имбирем, с лепестками василька и шиповником. Какой вкусный. Чаек. Вот такой пирог у нас получился. Капуста и рыба. Ну, как же к пирогу без огурчиков? Такие малосольные огурчики у нас в пирогу. Да. Малосольные. Это свекровь нам сделала. Вкусные огурчики. И такую капустку со свеклой сделала мама. Чё, хрустишь? Что, будешь пробовать пирог? Я уже пробовал. Не пробовать, надо есть. Как капустка. О! Огурчики. И ест. Ну, кушай. Малосольные. Солененькие. Они малосольные, как летом. Прямо очень вот самое то. Вкусные. Ну, у тебя мама рукодельница. Они очень вкусные, да, соленые. Огурцы.
что, капусту хочешь? Я хочу папу. Покормить? Давай. Ребенок заботится. Чаек. Мама, тебе капусту ложить? Конечно. Ты сегодня нас угощаешь? Угу. Очень. Угу. Обалдеть. Да, я еще забыла сказать, что я солила пирог, капусту, пирог, рыбу и в тесто морскую соль. Не обычную, а морскую именно. Прям вкус моря. Можно? Что-то показать, какой пирог вкусный? А что ты молчишь? Я пока снимаю, ты мне огурчик суёшь. Я буду хрустеть в экран. Рыбка прям самая это для пирога подойдет. Солтина. Прям тает во рту так. Она что, у тебя тает пирог во рту? Ты даже его не жуешь. Я говорю, он прям тает. А тесто как? Тесто. Не толстая? Нет, нормально. Я говорю, рыба прям вот самая падет для пирога. Раз, и нет ее. Зуб попал и расставил. Тогда приятного нам. Аппетита! Спасибо нашим мамам за такие деликатесы. Огурчики и капусты. И дочки, которая помогала и кормила нас, да? Угу.